убьем. Любого, кто попробует взять нашу отпуск. Выполни задание с доски объявлений. Это нам поможет. Нравится что-нибудь? Мне лично нравится красный.
Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана. Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, с утра вроде был. Да, я Джейс. Дэнни сказал, вы можете помочь, и что у вас мой друг. Один из друзей? Попозже зайди. Я еще не варил. Кто? А, так... Так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Я-то думал, ты просто шифруешься. Где она? В моем же доме, сэр. Здесь. О, у нее жар. Да, конечно. Когда я ее нашел, у нее был порез на руке. Это само по себе еще не страшно. Но она прошла через заросли Антиарис токсикария. Деревья упос. У них ядовитый сок. Я ввожу ей противоядие каждый час. Каждый час. Боюсь, скоро понадобится очередная доза. Я только что смотрел в коробке. Там пусто. Где можно найти еще? Ты нам пару пещерных грибов принеси, и все будет хорошо. Поищи на утесах. На западе. Спасибо, доктор. Мы не хотели мешать. Да ничего. Главное для нас обоих, чтобы девочка выжила. Это не западные утесы. Класс. Он не сказал, что пещера под водой. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Прыжок веры. Надо же!